Никогда не используй этот цвет в Adopt Me. Прежде чем мы начнем, я хочу тебе рассказать, что прямо сейчас у меня проходит конкурс на пэта мечты. Чтобы участвовать, нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео и в комментариях написать свой ник в Роблоксе и какого пэта мечты ты хочешь. Сегодня я опубликовал 6 новых победителей, которые получили своих пэтов мечты, поэтому не упускай такую возможность и участвуй. Ребята, у меня для вас плохие новости. Сегодня утром мне в Инстаграме написал подписчик о том, что у нас появился какой-то баг в Adopt Me. Я такой не понял, думал, что же это может быть? Каким образом могут появиться новые баги, ребята? И я просто офигел от того, что я узнал. Прямо сейчас мы погрузимся в эту историю и будем смотреть, что же такого странного в Adopt Me происходит. Речь идет о забаганном цвете в Adopt Me, который просто что-то непонятное делает с игрой. Я не знаю, что будет, но прямо сейчас мы это с вами узнаем. Была не была. Что нам нужно сделать? Нам нужно, ребята, поменять свой цвет на золотой. Понимаете, ребята, вот этот цвет. И как только мы это сделаем, что-то должно произойти. Я не знаю, что. Мне очень страшно, ребят. Надеюсь, что я, главное, не потеряю своих питомцев. Очень на это надеюсь. И будем смотреть, что же будет. Давайте, ребята, нажимаем. Раз, два, три. И... так, мы стали золотым, ребята. Мы стали золотым. Так, может быть, этот? Нет, это желтый. Вот это вот золотой. Так, и что же будет происходить, ребята? Я стал золотым. И что же у нас происходит? Все, в принципе, нормально, ребята. Давайте попробуем достать какого-то питомца. Я не знаю. Ну, абсолютно любого. Давайте самого обычного достанем. Будет ли происходить какие... ребята, у меня экран пожелтел. Почему? Почему мне экран пожелтел, ребята? Чего? Очень странно. Почему у меня желтый экран? Неужели это из-за цвета? Ладно, давайте будем двигать, ребята. Что же это, блин, такое? Охренеть. Ладно, может быть, выйдем на улицу с вами и посмотрим, что же на улице нас ждет. Что? Стрелочки? GPS? Каким образом у меня включилось GPS? Это что-то очень странное. Я вышел, и меня сразу же включило GPS. Какого хрена, блин? Ладно, ребятушки, давайте посмотрим, куда же нас это GPS приведет. О-о-о-о, вот это уже интересности. Пожелтел экран, появился GPS. Куда же мне нужно идти, я не понимаю. А, вниз куда-то? Ну, давайте попробуем. Так, куда это вниз? Еще что ли? В неоновую комнату? В неоновую комнату, ребята? А что меня ждет в А, стоп, не в неоновую? Куда же тогда? Очень странно, ребята. Куда ведет этот GPS? Куда ведут эти стрелочки? Куда мне... вот сюда? В эту кружку? Подожди, почему? Почему и какого, блин, хрена? Ну ладно, если меня тянет сюда, значит идем сюда. Что? GPS пропал, ребята. И что мне здесь делать? И что мне здесь делать, ребята? А, питомец у меня... питомец заболел. Так, ладно. А, хорошо, а зачем меня сюда привел GPS? Мой питомец же даже пить не хочет. Чего? Ладно, очень странная ситуация, ребята. Очень странная. И что мне нужно тут сделать? Может быть, поговорить с кем-то? Ну ладно, давайте поговорим с Арчер. Привет. Ты мне хочешь что-нибудь рассказать? Я немножечко испугался. Ребята, он сказал, что пчелы разломали его магазин. Какого хрена? Ладно. Странно. То есть я стал золотым. Теперь пчелы будут думать, что я якобы свой. Окей, может быть, с Битрис поговорить? Привет, я королева пчел. Я просто продаю мед, который украл Арчер, потому что это поможет оплатить работу пчел. То есть, подождите, мне этот GPS хотел привести сюда, чтобы рассказать, что тут какой-то конфликт между Битрис и Арчером? И как мне его решить? Я, если честно, понятия не имею, как мне его решить. Но я так полагаю, что мне нужно купить мед у этой пчелки. И тогда она сможет платить как-то за работу. Ну нет, спасибо, спасибо. За 200 робоксов я мед покупать не хочу.
Странно, может быть, я медленно превращаюсь в пчелу? Может быть, я реально медленно превращаюсь в пчелу? А, окей, я знаю, что здесь есть скрытый персонаж. Может быть, он сможет как-то мне рассказать, что здесь происходит. Давайте попробуем взять флайпэд и залезть туда. Возможно, таким образом я смогу разузнать, что нужно. Берем флайпэд и какой-нибудь строллер. Давайте возьмем самый обычный строллер. Ну что, ты мне расскажешь, что здесь происходит? Да, товарищ, ну, ты мне скажешь, что здесь происходит? Ребята, он мне ничего не собирается говорить. Ну ладно, тогда придется мне выйти отсюда и разузнать, что здесь происходит. У меня высветилось окно поиска яиц, но я уже все нашел. Что? Мне нужно искать опять яйца? Что это за фигня, ребята? Очень странно, но окей. Отлично, я понял, что нужно сделать. Тогда мне нужно, получается, чтобы разгадать эту тайну этого золотого цвета, мне нужно все яйца собрать. Как это может повлиять вообще? Тогда я заберу все яйца, и что же произойдет после того, как я все яйца соберу? Расскажут, что случилось, чему такие баги происходят, почему мой экран стал желтым, почему у меня сработало GPS, хотя я его даже не включал, почему оно отправило меня к пчелам. Странно, очень странные вещи здесь происходят. Может быть, это из-за нового пасхального обновления? Тогда я буду сейчас собирать яйца, у меня другого ничего не остается. Вот, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, какая фигня происходит с Adopt.me сейчас. Может быть, действительно это все связано, может быть, мне что-то пытается сказать игра этим цветом. Но мне, если честно, подписчик, который рассказал про этот секрет, он мне не сказал, что происходит. Он сказал просто, как эта фигня, пожалуйста, проверь, поиграй, глянь. Ребята, эта история действительно очень интересная. Я уже собрал достаточно большое количество яиц. Я не знаю, до какого момента мне нужно будет собрать. У меня сейчас 500 яиц, но я не понимаю, пока что ничего такого сверхъестественного не происходит здесь. Ну ладно, хорошо. Тогда я думаю, что есть смысл сейчас быстренько пробежаться. Вот здесь, я знаю, есть яйцо. Вот здесь. На самом верху есть яйцо. Собрали, хорошо. И я знаю, что есть еще яйца на пэтшопе. Странно, очень странно, ребята. Как яйца могут быть связаны с пчелами, с арчером? И какого хрена здесь происходит? Осталось 9 яиц мне найти, я практически их всех нашел. Двигаемся тогда в сторону кемпинга. На кемпинге, я думаю, мы сможем понять, что происходит. На кемпинге, я знаю, есть еще одно яйцо, которое мне нужно будет забрать. Отлично. Так, я знаю, что где-то могут быть еще я... Что произошло? Почему мне игра вылетела, блин? Какого хрена? Черт. Ладно, придется перезайти в игру. Так, заходим. Фух, я не знаю, что произошло, почему меня выкинуло из игры, но я пытаюсь зайти и посмотреть, что, ребята. Мне не удалось собрать яйца до конца. Я так и не понял, что произошло. Хотя я должен, там оставалось всего лишь 5 яиц. Почему мне не получилось, я не знаю, ребята. Меня просто выкинуло из игры. Возможно, проблемы какие-то с интернетом или что, я не знаю. Так, ну давайте сейчас зайдем и продолжим искать яйца. Стоп. Мой цвет кожи вернулся.